Привет, ребят, девчат. Продолжаем с идти AutoRack. Топ камера. Откроем BNSF. Но вначале я вам покажу, какой прогресс сайт я сделал. После как расследование криминальное, что к чему там. Ну, в общем, да, по 70 баксов отдавать за такой, за такую модель и получать из этих пластмассок ну, дешевых лесенки, да. Я с Кудри поговорил, и, конечно, вот эти лесенки, они панкроковские. Здесь, конечно, камера не передает всего. То есть мы говорим о лесенках, потом о цепке, которая идет, ну, к такому толкателю, что ли, да? И еще другой цилиндр с другой цепкой. Видите, да? Теперь ушки, которые отвалились, я очень все четко починил. Я даже не знаю, где какие ушки теперь. Вот, ушко здесь. И я подкрасил на месте, это точно. Оно немножко смещено, но это точно как вот было. Самое главное, что они вначале эти ушки сделали, по-моему, вот это ушко, часть корпуса. Здесь. Так? А это ушко с этой стороны и точностью противоположной стороны подклеено после. К бабке не ходи. Но я тоже их прокрасил грамотно. Красочка у меня есть. TTX Yellow Nulsen. То есть вот после этого вы забудете о них. Если бы я не сказал, no way, как говорится. А самое главное, вот что выпирает вот этот cat lever. Если здесь не видно, но, ребят, поверьте, что цвет там убогий. Не, видно, даже отсюда видно. Цвет какой-то желтый. Либо он специально желтый, знаете, флуоресцентный. Ну, не здесь не флуоресцентный, конечно, такой пластмасски, наверное, нет у них. Но такое впечатление, что специально сделано акцент нарочно. Ну вот, можете посмотреть вблизи эти лесенки. Лесенки аккуратненько. Да, они блестят еще, и они немножко не попадают в цвет. Но лесенки можно аккуратненько снять, я так понимаю. И вот этот cut lever покрасить в TTX Yellow. Лесенки, ну, 50 на 50. Если их красить, то я где-то 50 на 50. Эти детали, cut levers, я бы покрасил 100%. И больше вы не будете думать ни о чем. Окей. USA. Переключаем камерку. Нам нужно топ. Вот в таком виде. Сейчас открываем BNSF, посмотрим, как там они угадали. Но я уже вижу, что не очень. У Кудри есть BNSF Color. Здесь нужен, может быть, подобрать немножко, но желтый всегда легко подбирается. TTX Yellow. Мы разговаривали о True Color. Да, True Color. Но это True Color. UP у них... Вот этот... Не написано, что это True Color. И UP выглядит просто роскошно. Так, BNSF. Та-дам! 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 То первый раз открываем коробочки грамотно. Не заламываем замочки. Не делаем здесь... Пардон. Здесь... Палец сюда не засовываем. Если и вам пофигу коробочки, но когда вы продаете людям на eBay, коробочка, даже вопрос будет про коробочку. А как там коробочка? Не, ну это без балды. Коробочка желает лучшего. Тогда народ так, ну нет. Коробочка должна быть идеальная. Так, чуть-чуть hot нужно убрать нам яркость, да? Нет. Сейчас.
Сейчас переключим камерку сюда. И у нас яркость. Да, немножко перебор. Ну, мы просто вблизи, ребят, смотрите, там нечего, мы уже смотрели хорошо. Так, нормально. Хорошенько смотрели на этот, на UP-версию. Так что мы остановимся просто на BNSF здесь. Здесь и сейчас. Да, в этот раз камерка не передает хорошего цвета, но это с оранжевыми такими, в оранжевость цветов камерки сложно выставить баланс белого, тем более у меня все эти, может, с натуральным цветом она еще и лучше работает, но близко, близко, более такой оранжевый просто, представьте, BNSF такой. Но опять-таки, это... Так, в этот раз я не промахнусь. BNSF. Кудри, ты мне расскажешь потом сам, что ты думаешь об этом BNSF. Что-то... Трудно сказать. У меня нету под рукой другого BNSF посмотреть. И это не True Colors. Нет, камера вполне неплохо передает. Совсем неплохо. Я близко к свету, это хорошо. Достаточно хорошо. Так, аккуратненько поднимаем. Смотрим ушки все. А, про ушки я не дорассказал. Что делают ушки? Если... Сейчас. Мы на... Да здесь не обязательно. Мы на этой камерке посмотрим нормально. Короче... Что происходит с ушками? Здесь более-менее ничего. Не шланг, а воздушный, наверное, кабель идет сюда. Воздушный пайп от сель. Дальше. Да, вот этот. И труба, да. И она жмет на это ушко. И сейчас мы посмотрим. И это ушко не приклеено после. Отвечаю. Это ушко приклеено до. Так же, как и здесь. Насчет этого не уверен. То есть красит после приклейки. Вот так вот. Слишком я что-то закрутился. Значит, где-то у них идет брачок, и они подклеивают. И потом вот эта, вот эта труба подпирает это ушко. И при небольшом, просто вот, что я открыл коробку, чуть-чуть пропустил, и она сразу сломалась. Здесь идет под ушком. Ушко и под ушком труба. Здесь идет за ушком этим. Да? И шланг вообще куда-то провалился. Здесь он так должен быть. Сюда. Ну окей, под переборкой. Кудри, сам разберешься, куда тебе лучше держать. Я бы так оставил. Под эту переборку или... Выглядит отлично. Хотя на другой модели нифига. Переборка идет наверх. Ну ладно. Сейчас мы... Я вне камеры, чтобы не напортачить ничего. Напортачить. Я ее посмотрю, как лучше. А ты там сделаешь... Не должна под переборкой стоять этой. Переборка, да? Ну все, ребят. Успехов. Всего наилучшего. Спасибо за внимание. Патреончик. Кому долларика не жалко, долларика. Успехов. Давай.